Друзья, всем привет! В кои-то веки удалось вырваться из города, но, к сожалению, я сегодня без металлоискателя. Решил просто побыть на природе и прокатиться до речки по деревенским ухабам. Погода сейчас стоит хорошая. И шепчет: бери клюшку, лопату, провианта на пару суток и вперед на поиски. Загрузился работой по самые уши, и поэтому нет возможности выехать ни на рыбалку, ни на коп. А мои друзья сейчас уехали на двухнедельный сплав по реке Чусовая. Завидую им белой завистью. И вернутся они, я так думаю, с полными рюкзаками позитивных впечатлений. Вот прям буквально на днях осуществил свою давнишнюю задумку. Открыл на YouTube второй канал. Ссылка на него закреплена в комментариях под этим видео. Так что не стесняйтесь, заходите и туда, ну и конечно там и оставайтесь. Активно наполняться контентом, он начнется со следующего сезона, впрочем, как и этот основной канал. По вечерам, приходя с работы, открываю компьютер и провожу на YouTube по 3-4 часа. Смотрю по возможности ваши видео, пишу комментарии, узнаю много нового, набираясь, в общем, впечатлений по самое не могу. Не могу, я имею в виду, что не могу сам на коп выезжать. Всегда интересно смотреть сюжеты о природе, но поиск с металлоискателем настолько увлекательное занятие, что мы с особым любопытством смотрим ролики наших единомышленников, увлеченных своим делом неутомимых копателей. По себе знаю, как руки скучают по лопате и по металлоискателю. Хочется передать приветы от моего скромного канала всем поисковикам, моим друзьям, подписчикам. Как я уже выразился, единомышленникам, неутомимым копателям. Канал Ржавой из Башкирии, тебе большущий привет, дружище. Копаря с Урала, Алик из Челябинска, удачи тебе, брателла. Канал Вятский коп, канал моих земляков из Перми, копаем парму, удачи вам, друзья. Также земляк из Пермской области Андрюха, канал копаю с металлоискателем, что-то тебя давно не видно, давай выходи на связь. Виталя Рябухин из Питера, постоянно там рыбачишь в Неве на магнит, так можешь и подводную лодку выудить оттуда. Володя Колесников постоянно нас радует новыми видосами. Рома Бука, ты вообще ролики как пирожки стряпаешь, чуть ли не каждый день выкладываешь. Копарь 34 из Камышина, тоже видимо занят, давненько что-то не было твоих роликов. Копарь 74, удачи тебе, дружище. Канал Гружу Вожу,
интересный канал. Семейный Металлокоп, и вам большой привет. Калаш 24 пересмотрел все твои ролики. Наше хобби 43. Молодцы, ребята. Хорошо катаетесь. Витальсон Хабаркин тоже где-то потерялся. Появляйся почаще. Музыкант и композитор Александр Лесников. Пишешь вообще отличную музыку. Приятно слушать. Александр Берковский. Также все твои ролики пересмотрел. Очень интересно. Канал Ищем и Копаем 59. Познакомились с комрадом на копе весной. Смотрю, уже золото находит. Молодец. Обязательно хочу передать привет моему земляку, блогеру, очень позитивно настроенному человеку. Его зовут Алексей Волосников. Снимай и дальше. Выпускай видео, у тебя очень хорошо получается. Канал из Германии Добропоиск. Прусский шмурдяк. Кактус на Урале. Мерген, зима, Металлокоп. 10-й регион. Бравый швейк. Тамбовский копатель. Мужской канал. Всем, всем вам, ребята и девчата, большой-большой привет. Всех вас я смотрю. Хочу пожелать вам удачи и хороших сигналов под катушкой. Ну, а если кого-то и не упомянул, не переживайте, всех помню. Последнее время, работая над картами, нашел пару-тройку древних поселок и планирую съездить туда, может быть, на дня 3-4, порыбачить и покопать. Очень надеюсь на то, что наш брат-комрад еще там не побывал. В прошлом, да и позапрошлом сезоне, сидя на компьютере за картами, находил нетронутые, некопанные места, которые потом радовали хорошими находками, да и сохран был отличный. Да, в общем-то, и металл там собирал, и монетки. Было тогда очень много стоящих находок. Буду надеяться, что и в этот сезон дед Хабар поделится своими богатствами. Картами занимался плотно, въедливо, примечая все нюансы и отклонения от обычного рельефа местности и леса. Ну а с картами я работаю обычными, да пожалуй, как и все мы, большинство из нас. Это карты Генштаба, конечно, в первую очередь, советские, очень хорошие карты. Потом есть хорошая программа Vetus Maps, Wikimapia, ну и обычные снимки со спутников, это Яндекс карты, Google карты.
А вообще в планах есть уехать на большое копа путешествие на месяц или даже может быть на полтора, взяв с собой ноутбук и выпуская по ролику каждые 3-4 дня. Планы планами, но не всегда наши хотелки воплощаются в жизнь. И если обстоятельства сложатся удачно, а у меня сейчас существует 3 небольшие проблемки, которые я должен решить, тогда поеду в это копа-путешествие и займусь, конечно, плотнее своим каналом. Ну а если нет, то оставлю свои планы на будущий год. Как говорится в хорошей поговорке, человек полагает, а дед хабар располагает. Еще раз желаю вам всем удачи, и если кто-то посмотрел это видео, не был раньше подписан на мой канал, подписывайтесь. А своих друзей подписчиков я поддерживаю полными просмотрами и комментариями, и это не обман и не пустой звук, а так оно есть на самом деле. На этом сегодня я заканчиваю. Благодарю вас за просмотр.